Здравствуйте, ребята. Вот как обещал, сейчас поснимаю типичный железнодорожный вокзал в Германии, Франкфурт на Майне. Как он выглядит, как вообще люди здесь, что здесь есть. Ну так обойдем, я же говорю, так больше видео для себя. Ну и вам тоже, думаю, будет интересно показать, что как тут происходит, что такое вокзал в Германии, эскалатор. Покупают люди на отправление, прибытие. Очередь за кофе стоит. А вот, наверное, выход на перрон. Кругом эскалатор. Вот так-то тут вот грязненько, но в целом-то, ребята. А вот и железнодорожное полотно. А вот, кстати, нам повезло, сейчас будет поезд отправляться как раз. Вот, электричка. Подбежала и не успела. А перед этим девочке повезло. Вот все, поехал поезд. Еще один стоит на другом перроне. Можно купить печеньку, водичку, аппаратики такие. Все, посидеть. Кстати, вот это, ребята, лифт. Лифт для людей с ограниченными возможностями. Ну, то есть, у кого проблемы там со здоровьем, на инвалидных креслах туда люди заезжают, на костылях с палочкой. Пенсионеры пользуются этим лифтом. Вот, кстати, специальные приспособления для инвалидов. Ну, в общем, тут как бы город. И вообще... страна. Вот как объявляет, а у нас это время поржать, как у нас объявляет. А тут все четко. Я, конечно, ни хрена не очень интересно, но я ни хрена не понял, что он сказал. Но, как говорится, объявляю четко. Тут и женские голоса есть. И женщины, и мужчины озвучивают. Вот, кстати, поезд пошел. Кто слышит шум от поезда, стук,
пишите в комментариях. А вот мусор. Разделенный на упаковку, пластик, стекло и еще что-то там. В общем, на 4 сорта. А вот прибывает, кстати, поезд. Вот прикольно поснимаю. Поезда вообще шикарные, конечно. Техника тут любому человеку, наверное, любому мужчине будет интересно посмотреть на это дело. А то заметил, подножка сама опустилась. Люди выходят и идут. Переход подземный. Все, сейчас вот туда спустятся и пойдут на автобус. Ну вот это, кстати, поезд. Это поезд, настоящий поезд. Это не электричка. Если вот с вот этой стороны это электричка, то с вот этой стороны это настоящий поезд. Там купе. Там в середине так это бодро, красиво. Мягкие диваны тут, вот как серединка. Первый класс. Кресло. Есть там и купе в середине. Что-то сыкотно туда заходить. Я бы зашел, конечно, но сейчас он уедет нахрен, а я с ним поеду. Поэтому извините, ребята, не буду я этого делать. А, это вагон, ресторан. Там люди сидят, кушают, Wi-Fi, все дела. Есть и двухрядные самолеты, как самолеты, двухрядные, трехрядные сиденья. Ну что, будем выходить отсюда. Посмотрели электричку, посмотрели поезда. Вот, все, я же говорю, для инвалидов здесь. Вот я видел уже тут в колясках людей несколько, в барах, в кафе, в магазинах. Вот здесь видел уже на автостан, на железнодорожной станции. Так хочу сказать, они себя чувствуют, ну, как минимум, не хуже, чем люди с неограниченными возможностями, как бы. Вот. Кстати, тепло на вокзале и тихо. А, очень привлекает внимание большое количество сирийцев, вот, иностранцев. У нас бы сказали, понаехали. Вообще, ребята, прикольно. Вот они в таких девочки-платочках ходят. Цветы.
общем, вот такой вот вокзал, ребята. Вообще интересно, да? Посмотреть, походить. Ну, просто так вот. Знаете, как здесь походил, поснимал, там походил, поснимал. Ну, какая-то общая картина такая инженерная, вот она. Если человек технарь, он очень много с этого видео может почерпнуть для себя. Как бы такие нюансы всякие, эти нет незначительных мелочей, знаете, вот мелочи решают все. Так что не буду затягивать, не буду тянуть время. Сегодня посмотрели вокзал, обошли улицы. Дальше пойду в старый город. Посмотрю, также прогуляюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому понравилось, комментируйте, задавайте вопросы. Если что успею, отсниму. Если что знаю, отпишу. Ну все, всем привет. Из Германии, Франкфурт на Майне. Очень интересно, конечно. Подписывайтесь на канал, палец вверх, ставьте лайк, не ломайтесь. Пока-пока.